Вы в курсе, что в Сочи сотни спортивных отделений и лишь одно по спортивной аэробике? Здравствуйте, я Инга Габеша, и на канале ФКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Спортивной аэробикой в Сочи занимаются только лишь юные жители Адлера, а все потому, что единственное на курорте отделение по спортивной аэробике работает на базе Адлерской детской спортивной школы номер 10. О развитии нового для спортивной столицы вида спорта мы поговорим с директором районной спортшколы Ксенией Бурьян. Здравствуйте, Ксения Валерьевна. Добрый день. Но стоит отметить, что благодаря Олимпиаде у юных сочинцев сегодня есть возможность заниматься буквально всеми видами спорта. Начиная от горнолыжного, конькобежного спорта до триатлона и, как оказалось, спортивной аэробики. Расскажите, как давно в 10-й Адлерской спортшколе работает данная секция? Я знаю, что в городе открылась и федерация по этому виду спорта. Вот. Ну и сколько ребят выбрали спортивную аэробику? Да, хоть спортивная аэробика и не олимпийский вид спорта пока, но тем не менее вызывает очень большой интерес среди местного населения. И в 2014 году было открыто это отделение. Сейчас мы открываем федерацию спортивной аэробики, общественную федерацию города Сочи. Сейчас на отделении занимается порядка 70 маленьких мальчиков и девочек. Прием ведется с 5-6 лет. Вот, так как отделение очень молодое, но тем не менее у нас уже есть результаты и на краевом уровне. Ребята съездили на первенство края и уже привезли медали первенства края в различных категориях. Поэтому мы не стоим, движемся вперед. А кто тренирует юных спортсменов? Это отделение молодое, и в нашем городе не было до этого педагогов, поэтому у нас педагоги в основном те, которые приехали и хотят развивать этот вид спорта в нашем городе. Угу. И много их? Сейчас у нас 3 педагога, которые работают по этому направлению. К слову, губернатор Краснодарского края часто говорит о том, что спорт в нашем регионе должен быть вседоступен. А как это отражается на работе вашей спортшколы? Двери нашей спортшколы открыты для всех. Ежегодно мы проводим набор 250-300 ребят в группы начальной подготовки, спортивно-оздоровительные группы. Мы проводим день открытых дверей для родителей. На день физкультурника мы также проводим рекламные акции, показательные выступления. Говорим с учащимися в общеобразовательных школах о наших отделениях. Вот. По возможности тренеры-преподаватели посещают уроки физкультуры для того, чтобы просмотреть талантливых ребят и пригласить их заниматься в школу. И все наши отделения абсолютно очень популярны и востребованы, потому что мы работаем в общеобразовательных школах. Вот. И помимо основного здания, которое у нас расположено по улице Ленина, 40 в Адлерском районе, мы работаем в 12 образовательных организациях по всему городу. Вот. Поэтому интерес и в школах большой по видам спорта, потому что работают специалисты, которые непосредственно в школах также просматривают ребят, приглашают заниматься определенными видами спорта. И в сельской местности у нас 4 филиала, где ребята также могут на равных условиях заниматься спортом. Сочи и Краснодарский край в целом являются лидерами по развитию массового спорта в Российской Федерации. О спортивных проблемах в регионе говорил даже президент России на Госсовете в Краснодаре. И вот предлагаю посмотреть видеосюжет. Тренировки по 5 часов 6 дней в неделю. В этом секрет успеха Дарьи Скрипник. В свои 16 девушка уже мастер спорта международного класса и чемпионка первенства Европы по спортивной гимнастике. На тренировочный мат вышла раньше, чем пошла в школу. Ей тогда едва исполнилось 5 лет, а сегодня уже не может представить свою жизнь без гимнастических снарядов. Любовь к спорту ей с самого детства прививали не только родители, но и учителя. Но очень сложно бывает иногда перебороть себя. Свое упрямство, например, когда тренер ругается, а у тебя не получается, и хочется сказать: все, надоело. Заслуга тренера, возможно, научить и иногда даже заставить ребенка делать что-то, когда он отказывается. Тренировочной базой для многих нынешних и будущих олимпийских спортсменов стал спорткомплекс «Чемпион». 13 больших залов для занятий борьбой, боксом, гимнастикой, акробатикой, фехтованием. В каждом современное оборудование и инвентарь. Здесь никогда не бывает пусто, говорят тренеры. От желающих заниматься спортом просто отбоя нет. У нас вечером, если прийти сюда на набор детей, у нас здесь вступить некуда. Здесь очень много и девочек, и мальчиков. То есть идут очень и с удовольствием идут.
«Чемпион» – это лишь одна из тренировочных площадок большого города спорта, показывает макет президенту губернатор Краснодарского края. Рядом баскетхолл, домашняя арена команды «Локомотив Кубань», большой ледовый дворец, где тренируются фигуристы и хоккеисты. По соседству возведен фундамент еще одного комплекса по водным видам спорта. По проекту там 4 бассейна, где смогут проходить соревнования по плаванию. Но ставку власти региона делают в первую очередь на развитие спорта в небольших городах и станицах. Этот огромный город спорта сам по себе не будет настолько эффективным, если не будет в регионе создана система физического культуры и спорта в целом. То есть со спорта пешей доступности в районах, там, где живут люди, начинается сам спорт. Сегодня у нас принципиально важно, что мы создали в районах 282 школы спортивные. Кроме того, у нас каждая школа образовательная имеет спортивный клуб. И этот клуб возглавляет учитель физкультуры. Ему мы доплачиваем за то, что он возглавляет. Помимо того, спортивный зал школы работает до 22:00. То есть дети, которые живут в округе, это на самом деле самое быстрое место дойти, чтобы заниматься спортом, они пешей доступности могут дойти. Это вот те ручейки, которые по большому счету и образовывают на спорт высоких достижений. Город спорта уже сегодня главный центр в крае по подготовке Олимпийского резерва. Здесь ежедневно занимается больше 2000 детей. Президент побывал на тренировке у боксеров, а после заглянул к самым маленьким спортсменам. В зале гимнастики они только начинают делать свои первые шаги. Но выдержка видна уже невооруженным взглядом. Что глава государства сказал этим ребятам и что пожелал, наверное, останется их маленьким секретом. Но эту встречу они уж точно не забудут. Очень сильно много ждал. Очень-очень-очень. И как? Впечатление? Бомбовское. Руки и ноги все трясутся. От олимпийских видов спорта перешли к игровым. Президенту показывают футбольное будущее Кубани, а может и всей страны. На площадке одной из крупнейших детских спортивных школ Европы. Глава государства вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края побывали на тренировке воспитанников школы ФК «Краснодар». Это какой класс? Седьмой, шестой. Какой? Седьмой. И учитель, да? Да. И учиться нравится, и футбол нравится. Да. Все нравится. Это уже не первое знакомство Владимира Путина со спортивными объектами Краснодара. В городских тренировочных залах его уже встречали, правда, тогда в статусе премьер-министра страны. Было это за 1000 дней до Сочинской Олимпиады, когда вся Кубань и вся страна, казалось, переживает спортивный бум. Символично, что сегодняшний совет по развитию физической культуры президент Владимир Путин проводит спустя чуть более 1000 дней, но уже после больших зимних игр. За последние 3 года количество мальчишек и девчонок в секциях края увеличилось в разы. Вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой стало модно. Но чтобы вырастить конкурентоспособных атлетов, необходимо обеспечить непрерывность подготовки, считает Владимир Путин. От секций в школах до спортивных вузов. А тех, кто выделился, важно вовремя поощрить. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, во всяком случае по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, очень большие и не всегда обоснованно. В составе сборных команд страны сегодня около 1000 спортсменов из Краснодарского края, но потенциал у региона больше. В качестве примера Вениамин Кондратьев приводит краснодарских футболистов. И футбол для нашего региона это базовый вид спорта. И вы сегодня тоже были на базе футбольного клуба «Краснодар», где 10 тысяч сегодня мальчишек занимаются спортом. 10 тысяч. Я не говорю про краевую школу футбола. И что хотелось бы, чтобы у них была перспектива, у этих мальчишек. Дело в том, что на самом деле они должны быть востребованными, в том числе и нашими спортивными клубами, и нашей сборной. И, конечно, можно сейчас возразить и сказать, что они должны быть талантливы, безусловно, но можно с ними возиться, а можно купить легионера. Тогда, конечно, никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, больших звезд уже нету. Поэтому можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе. 100%. Спасибо. Правильно, согласен. Растить нужно не только спортсменов, но и тренеров, ведь за каждым олимпийским чемпионом стоит наставник. А это должны быть квалифицированные и подготовленные люди, так как это делают в Краснодарском крае, приводит пример Виталий Мутко.
Заявка наша, государственный заказ на 6 тысяч специалистов, которые мы бесплатно готовим. Задача надо, чтобы все мы не просто сегодня говорили о каких-то серьезных вещах, чтобы в том числе и федерации заказывали себе таких специалистов и тренеров, заказывали. И то, чтобы делали это регионы. То, что делает Краснодарский край, у него свой контракт с Академией, он заказывает 50 специалистов в области спорта на базе Академии, они у него готовятся. Под спорьем в отборе талантливых спортсменов будут спартакиады, отметил Путин. Это должно быть яркое общенациональное событие. Напомню, что еще в 2013 году мы приняли решение о проведении летних и зимних всероссийских спартакиад по дисциплинам, входящим в олимпийскую и паралимпийскую программы. Однако это решение так и не было до конца реализовано на практике, хотя все возможности для этого есть. Ну, мы предприняли скромные попытки это реализовать, но так в полном объеме этого и не сделали. Надо предусмотреть возможность участия и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы. Сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов. Прошу правительство обеспечить подготовку и проведение таких спартакиад. Первой площадкой для проведения спартакиады готов стать Краснодарский край. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура. А на примере Сочи Кубань уже доказала, что может быть центром спортивного притяжения. А есть ли у вас взаимодействие с краевым министерством спорта? Сотрудничаете ли вы с краевыми федерациями? Да, губернатор края очень большое внимание уделяет развитию спорта и развитию спортивных школ, и в том числе отрасли образования спортивных школ. Вот. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми краевыми федерациями по нашим видам спорта. Наши ребята имеют возможность выезжать на спортивные соревнования краевые, на первенство края, на чемпионаты края. Затем в составе сборной Краснодарского края уже выезжают на первенство Южного федерального округа, на первенство России. То есть ведется очень такая активная, планомерная подготовка именно спортивного резерва. Вести здоровый образ жизни и заниматься спортом сегодня действительно стало модно. Сочи, ко всему прочему, стал лидером спортивного притяжения, как вот было сказано. Вот и в этом месяце в Адлер-арене прошел городской фестиваль «Аэросочи» по спортивной аэробике. Почему было принято решение провести это мероприятие именно в нашем городе, опять-таки из-за статуса олимпийской столицы? Ну, вообще, это фестиваль уже второй. В прошлом году мы проводили первый фестиваль «Аэросочи», а сейчас это всероссийский фестиваль «Аэросочи» по спортивной аэробике и открытое первенство города Сочи по спортивной аэробике, которое мы проводим совместно с Департаментом физической культуры и вновь созданной Федерацией спортивной аэробики. Данное мероприятие вызвало большой интерес для тех, кто занимается в регионах России спортивной аэробикой. И к нам приезжает уже второй год подряд около 200 спортсменов из 15 регионов. И разыгрывается около 20 наград в различных номинациях. Ребятам очень нравится то, что соревнования проводятся именно на олимпийском объекте в Адлер-арене. Они чувствуют эту энергетику тех спортсменов, которые участвовали на Олимпиаде, тех зрителей, которые были там. Им очень нравится то, что рядом Олимпийский парк, то, что они могут насладиться такой красотой, сходить на море. И вот эти все положительные эмоции, они все воплощаются в их результаты. Мы с вами видели, какие прекрасные выступления у ребят, как все красочно, эмоционально, красиво, какие у них костюмы. То есть спортивная аэробика – это красота, красота во всем. Красота в движении, красота тела, красота мыслей. И вокруг ребят все очень красиво. Поэтому вот только положительные эмоции. Но стоит сказать, что спортивная аэробика – это один из видов гимнастики, да? Ну, входит в общую семью гимнастики. Спортивная аэробика включает в себя элементы спортивной гимнастики, художественной гимнастики, аэробики, спортивных танцев. И этот вид спорта особенно тем, что не надо слишком дорогих условий для того, чтобы проводить тренировочный процесс. То есть достаточно помещения, деревянный либо паркетный пол, и уже можно проводить занятия. Если мы говорим о спортивной гимнастике, нужно специальное оборудование, снаряды. Художественная гимнастика – это высокие потолки, так как подбрасываются предметы, особое покрытие. А здесь все гораздо проще, но этот вид спорта, я считаю, что не проигрывает ни в чем. Итоги фестиваля. Чем все закончилось?
наши сочинские ребята получили медали? Конечно. Конечно, в этом году мы достаточно сильно уже выступили. У нас было 14 различных композиций в различных номинациях. Вот. И примерно половина ребят стали победителями и призерами фестиваля, также победителями и призерами открытого первенства города Сочи. Совсем маленькие малышки, пятилетние, у них был дебют. Они попробовали только выступить на таком фестивале, и восхищение их, и родителей, и тренера не было предела. Что на таком значимом мероприятии они выступили впервые. Здорово, здорово. Ну и повлиял ли этот фестиваль как-то вот на интерес, на еще больше интерес к этому виду спорта? Да, у нас были зрители, и были в том числе и приезжие зрители, которые подходили, интересовались, где можно заниматься, где можно записаться, знакомились с тренерами. И уже на август месяц мы планируем провести отбор и формировать группы для занятия в новом учебном году. Угу. И все же, почему только 3 года назад это отделение у нас открылось в городе? И кто был его инициатором? Почему раньше спортивной аэробикой никто не интересовался на курорте? Спортивная аэробика была, но она была в Доме культуры, так скажем, не в спортивной школе. Из-за этого у ребят были сложности по присвоению разрядов, по участию в официальных мероприятиях, также и федерацию не было возможности открыть. Вот. А потом уже тренер-преподаватель обратилась к нам, и мы вместе приняли решение о том, что да, этому виду спорта быть. И заказ родительский именно на вид спорта, которым должны заниматься девочки, так как у нас спортивная школа, где в основном занимаются ребята, виды спорта мужские, вот, поэтому именно на девочек мы ориентировались для того, чтобы им тоже были виды дополнительного образования. 10-я спортшкола – одна из основных в Адлере, работает давно и успешно. Какие сейчас направления работы у вас есть? Не только в Адлере. Мы самая большая школа среди всех образовательных спортивных организаций города Сочи. У нас сейчас занимается около 1800 учащихся, и работают с ними 48 тренеров-преподавателей. Вот, из которых 5 тренеров-преподавателей – заслуженные тренеры России, заслуженный работник физической культуры и спорта России, отличники физической культуры и спорта, отличники физической культуры и спорта Кубани. Вот, практически все наши тренеры в бывшем сами очень сильные результативные спортсмены. Вот, и у всех либо звание мастера спорта, и мастер спорта международного класса. Вот, поэтому уже 2-й год подряд мы лидируем в городском смотре-конкурсе среди подобных спортивных школ. По краю в 2016 году мы стали 12-ми среди 70 спортивных школ, то есть это достаточно высокий результат. Вот. И сейчас у нас работает школа по 8 отделениям. Еще в далеком 1977 году было открыто 2 отделения дзюдо и самбо. В 88 году добавились отделения спортивной борьбы, это вольная и классическая борьба. Затем в 2006 году отделение баскетбола и настольного тенниса. В 2011 году отделение тайского бокса. И вот в 2014 году отделение спортивной аэробики. Да, очень серьезная у вас спортшкола. Какими результатами в этом году школа может похвастаться? Вот буквально накануне в Сочи чествовали одаренных детей. Есть ли среди них ваши воспитанники? Мы ежегодно принимаем участие на чествовании одаренных детей, приемы главы города. Вчера в Зимнем театре на сцене было 2 наших воспитанника. Один воспитанник – это Андрей Бавкун, 14-летний парень, который в этом году выиграл абсолютно все соревнования, личные и командные, по дзюдо и по самбо, начиная с краевых, Южный федеральный округ, первенство России командные. То есть во всех соревнованиях его весовой возрастной категории ему не было равных. Второй воспитанник, 16-летний Иванов Михаил, победитель первенства России по тайскому боксу. Соревнования у нас проходили в городе Сочи, и мы все из школы присутствовали и болели за него. И он очень замечательно провел 5 боев, ни один бой не проиграл, и в финале выиграл чемпиона России. Поэтому именно на него пал выбор, потому что он проявил очень высокие моральные качества, физические качества и очень хорошо себя проявил. В этом учебном году и в 16-м прошедшем году довольно-таки успешно мы отработали и
высокое звание кандидата мастера спорта присвоено 24 спортсменам. 4 спортсменам присвоено звание мастера спорта. Вот. И всего сейчас у нас в школе занимается более 30 спортсменов-кандидатов мастера спорта и 11 мастеров спорта. Сейчас, когда вокруг так много спортивных секций, родители задумываются о их выборе уже лет с 6. А вот как быть ребятам, которым уже лет по 14? Вот им уже поздно приходить в спортшколу? Есть ли примеры, когда даже с такого возраста можно добиться, ну пусть и не олимпийских, но результатов? Да, мы в школе реализуем программы общеразвивающей направленности. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет в любой период, в любой возрастной период могут на общих основаниях поступить в спортивную школу и начать изучать азы избранного вида спорта. Как я уже сказала, двери открыты для всех, мы не отказываем никому, и подросток в любом возрасте может себя найти. Если, может быть, слышали, сейчас очень популярное направление – смешанные боевые единоборства, ММА. Вот. И также боевое самбо. И у нас есть педагоги, которые реализуют это направление в рамках развития боевого самбо и ММА. И именно там принимаются ребята с 14 лет. Как раз-таки либо те, кто решил поменять спортивную дисциплину, ранее занимался какими-либо видами единоборств, либо те, которые решили только сейчас посвятить себя спорту в таком возрасте. И у нас есть очень хорошие примеры, и в том числе мы очень активно работаем с детьми, состоящими на различных видах учета. Вот. И у нас есть педагоги, которые именно направлены на это. Мы берем во взаимодействии с образовательными организациями по направлению детей, так скажем. Мы их берем в спортшколу, работаем с ними. И вот крайний наш пример – это Сергей Клюев, который к нам как раз-таки пришел из сложной ситуации и прошел через руки нашего педагога Агопа Топчана и стал уже победителем турнира «Челлендж» и турнира «Челлендж-77», победитель турнира «Дорога в М1», «Сочи Стар». Вот. И сегодня он для ребят уже является примером. Вот. И основная задача именно этой группы подростков из неблагополучных семей – как можно больше их пригласить в спорт. И почему именно этот вид спорта? Потому что он эмоциональный, активный, и здесь вот этот всплеск той энергии, которую они тратили где-то и на что-то, а здесь именно вот в правильное русло мы их направляем. Это просто замечательный пример. Перерастет ли Адлерская спортшкола в ближайшее время новыми площадками? Хватает ли вам нынешних? Нам не хватает никогда. Мы постоянно развиваемся в этом направлении. Каждый год-два мы добавляем образовательные организации, с которыми мы работаем. Мы сейчас уже готовим 2 очередных договора для того, чтобы добавить еще 2 филиала в школе. Вот. Но, тем не менее, то, что есть, у нас достаточно, чтобы сейчас реализовывать наши все запланированные образовательные программы. Все педагоги, в общем-то, имеют место работы. Но проблема в том, когда приходят молодые специалисты и хотят работать, вот здесь уже начинаем думать, где он будет работать, где взять покрытие, в каком спортивном зале и так далее. Сочи в этом году впервые стал лидером спартакиады трудящихся Краснодарского края. Это речь о людях взрослых, сотрудниках городских предприятий. А вот вы лично отмечаете рост интереса взрослых сочинцев к здоровому образу жизни. А, и как думаете, дети заражают родителей или наоборот, пример родителей показателен? Вообще, Адлерский район, он самый массовый, самый спортивный. Именно вот по таким мероприятиям. Уже много лет совместно с отделом физической культуры Адлерского района мы проводим как раз такие мероприятия для взрослого населения. Вот. И повышенный интерес, как в отрасли мы проводим отраслевые мероприятия, районные мероприятия спартакиады трудящихся, потом уже собираем сборную команду, выезжаем на городские мероприятия. И есть такие семьи, действительно, которые
По ним видно, что они очень спортивные, что они каждые выходные выезжают куда-то на природу, что они постоянно приходят к нам в школу, вечером тренируются, пока их дети занимаются в спортивных залах, приходят в тренажерные залы, занимаются. Такие семьи действительно есть, и кто кого заражает, я думаю, что здесь все взаимно. Ну, конечно же, родители должны быть примерами для своих детей. Ну, здорово, что вы все это поощряете и предоставляете такую возможность заниматься на ваших площадках, да, и взрослым, и родителям. Угу. А есть ли какие-либо планы в целом по развитию спортшколы? Естественно, планы есть всегда. Мы не стоим на месте, мы двигаемся вперед. Сейчас у меня в планах есть создать небольшой такой образовательный проект, с которым бы мы заходили в образовательные организации, рассказывали о школе. Mm-hmm. То есть это и мастер-классы, и какие-то пятиминутки, и показательные выступления на различных внутришкольных мероприятиях. Это и поощрение ребят, которые занимаются в образовательной в школе и являются нашими учениками. Вот. Это и какие-то стенды, плакаты. Ну, на все нужно время. Школы сейчас у нас очень загружены различными мероприятиями. Ну, мы стараемся. С некоторыми школами мы уже отработали эти моменты, когда ребята приезжают в соревнования, мы их награждаем совместно, мы показываем всей школе о том, что какой-то вид спорта в школе развит, что наших чемпионов нужно знать в лицо обязательно, чтобы они были примером для остальных. Соответственно, и ребята себя ведут уже по-иному. Вот. Также хотелось бы, конечно, новую комфортную спортивную школу, так как наша школа еще построена в далеком 1928 году, здание школы приспособленное, да, скоро у нас, так скажем, юбилей практически. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы просторные залы, уютные тренерские раздевалки, чтобы всем было комфортно, удобно, чтобы мы были доступны и для взрослого населения, и для родителей, и для студентов. Ксения Валерьевна, огромное вам спасибо за беседу, успехов, удачи вам и вашим воспитанникам. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня была директор Адлерской спортшколы номер 10 Ксения Бурьян. Ну и на этом все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире.